Здорово, пацаны. Как вы, братья, сестры, подписчики? Кто еще? Кто вы еще есть? Кто вы есть? А что несется-то такое на эту мразь, ёбаную? Короче, кто не знает, это моя жига. Я в Сочи. Вот, я у себя на хате, я у себя дома. Бля, я вот сейчас могу спокойно сказать, что я у себя на хате. Знаете почему? Потому что я себя здесь чувствую как дома, бля. Точнее, как дома, типа, дом мой здесь, бля. Беда, беда, бля. Вот она, брат, рубашка вайбовая, жига моя родная. Погнали, короче, сейчас поедем к Лёхе. Одну сигарету, вот кофе тоже попить, сигареты вместе. И поедем к Лёхе, у него Е30 возьмем. На Е30 хочу тесты сделать сегодня, просто позапустить движок там на JZ, просто прокатиться, поняли? Ну, что-то эмоции дать, охуенно. Вот. Открываю двери без ключа. Жига классная очень. Пошел легкий такой непринужденный холодный пуск. Ключи. Пошел холодный пуск. На нахуй, мафон у меня тоже есть. Так, на меня одни глаза не смотрите. Так, сюда на аукс, блютуз, икпорт, валет, дама. Ау, какой кайф в Сочи, пацаны. Просто жарко, знаете, и так вот, именно вот, именно в шортах. Вот таких вот именно туфлях вот так выезжаешь. Часики тоже работают, видите? Только у меня почему-то всегда время одно и то же показывает. Больше 2 часов времени не показывает у меня. Жига — это другой кайф. Вот я столько езжу там на М-ках, на там, на BMW, на там Ягуарах, на дверь. Какую дверь? А. Ну, короче, на разных машинах езжу. Я вам так скажу. Ну, нету ничего прекраснее, чем чек на Жигули и вот эта атмосфера, когда пахнет хуйню в салоне. Непонятно чем, то ли масло, то ли что. На машине я не ездил где-то сколько, да? 2-3 месяца уже не ездил, даже может больше. Интересно, как она себя вот, ну, уже поведет. Я уже даже не помню, как она там себя поведет. Ну они. Кайфую. Скучал, скучал, знаешь, по этому звуку. Поправляет меня. Вах, кто-то чуть не уебался, блядь. Опа-опа, старшие братья. О! Самый лучший вот полк ДПС имени Руфата, вот он. Поправляет самый бомбовый. Бля, чуть право руль ведет, слышишь? Блядь, резина деревянная стала, она пока стояла машина. Кай! Она дует хорошо. Такая мразь такая, ебаная. Мразина такая. О! Лут! Есть там что? Равшан ебать, даже, блядь, даже одного сюса не оставил. Пустые банки свои под себя оставляет. Да ну ты фу ты. Хороший звук. На Е30 какой движок стоит? 2JZ GTE, нахуй. Понял? Фонарь офнул, все сделал, сделал, братан. Поехали. Оу, на это прёро. Ахмед, Ахмед, это ты? Какая красивая приора, 09 регион, Черкес. Свои, 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 брат, свои. Кайф, блядь, скучал по Сочи. Кто эти места помнит? Это разгон на ней, сука, блядь, страшная сучка, блядь. А-а-а, чё она срёт так, блядь? Ах, блядь, кажется, доехал я, всё. Сюда капот. Свои, свои. Ой, здрасте. Свои, свои. На, давай. Так бензин здесь ни при чем, блядь. Карта тоже там. Нужно новые катушки купить просто. Там пропуски зажигания имеются. Соты тоже когда не заливался сюда, наши. Так, нот нервничает, сейчас все решим. Что тут? А, 25 литров надо залить. Кто не имел Жигули, тот не толкал, тот жизнь не видел. Кто не чинил ее на ходу, тот тоже жизни нахер не видел. Да. Свои. Здравствуйте, 7-й колонка, 25 литры, 100-й. Карточки. Кто? А, не. А. Да, спасибочки. Пока. Ой, до свидания. Так, это... Это салфетки нужно. Ва, салфетки тоже есть, смотри. Эти просто
такие, да, женские или мужской? О, это, ой, это чуть-чуть другая вещь. Так, стой. Эти что делают? Вот это еще. Хорошо. Это только для мужчины. Это не мне, или? Я даже не подумала, пока не сказали. Конечно, свои, свои, или? Карты тоже? Ага, карточки. Спасибочки. Не, сейчас я эту машину починю, приду Байкал куплю. Это. Спасибочки. Спасибочки. А, карта тоже пиздец, или? Знаешь, по правилу, что она ха-ха словила. Это означает, что если человек настроение поднял, значит, я этим вдохновился, и это меня впитало энергию хорошую. Это что означает, что плюс рэп мне и ихнему, ей. Походу полный бак. Сейчас со всех щелей как хуярить будет. Как вонять еще будет в салоне. Помпоны тоже вам надо. Блин, промахнулся. Свои, свои. Леха тоже меня ждет там. Где там миллион лежит здесь? Миллион? Да. Такая. Конечно, брат. Один раз живем его, мам. Давай, брат, увидимся. Нет, срет, все равно срет. Три цилиндра работает. Садка W. А это саранчи все заехали? Смотри, твой гараж, брат. Миллиметражка. Так, что мы имеем здесь? Е30. Джанес. Е30 Джанес называется. Тесты сейчас будут Е30. Вот куда ехать, я не придумал, брат, сейчас. Брат, ну я тебе так скажу. Водить я умею. Причем, ну, идеально, по-моему, встал именно. Это коснулся до нее, и она отходила. Не-не-не, вообще не коснулся. А по-любому отходилась. Нет же, ты что? Как ты? Сцепление сильное, брат, здесь. О, Е30. Я еще расширитель даже поставил. На тебя не похоже, брат. А, нет, это. А этот чертолет едет? Да. На ходу он? Блин, ты какой молодец. Араб тоже на связи. Че, свет экономишь или выключили тебе? Да нет, это я его сделал, просто еще не зашел, не открыл. Вот туда кнопочку нажми. Стой, да, разберусь. Не карбоновый, надо на карбоновый поменять. Карбоновый, брат. Купил. Поклянись мамой. Клянусь. Какой же ты умный. Почему так? Почему думаешь, я его не крашу, единственное, что? Китай, карбон есть на него. Да, кайф, брат, без разницы, карбон есть. 12 килограмм весит. Можешь отпустить, чтобы мне на голову упало? Нет. Да ладно. Не надо. Сейчас лишний раз его напрягать. Ну, мне вот это больше интересно. Вот это т***ает. Вот это очень т***ает. Я вот думаю. Вот, о, новая дверь, все новое. Я вот думаю, знаешь что, Лех? Если я на тренировке буду ездить, красить ее сейчас или нет? Я тоже думаю, нет. Нужно покрасить, потом мы сделаем расширение, выпилим все, все пластиковое накинем. Ой, блин, я не хочу расширять ее, брат. Я потеряется мугам, понял ее? Я вот хочу ее оставить, вот, чтобы у нее было ее формы без фендеров. Да, я хочу без фендеров вообще есть, брат. Просто тут я не стал. Водичка, да? Переваривать. Да, вода. Нет, вода, брат. Кстати, сегодня завелась вообще чёрт. На удивление. Типа даже акум не сел. Посмотри, может мне ключи Макс подает. Да, ключи в ней. Макс же перегонял. Я шумею. Не, просто здесь не заводи и все там. Не, здесь не буду шуметь. Здесь надо как здесь фирменная, брат, я знаю свою машину. Брат, кто как не я эту машину? Твоих машин тут. Покрасим. Так, а ну-ка. Да, они здесь, конечно, как литой, брат. А ты это как заведется оно или нет? Я думаю, да, брат. Охренеть! Блин, в своей машине. Ну, тоже работает, все. Конечно. Играет. А кстати, вот он и жрет чуть-чуть. На фоне, видишь? 3:27 время. Он чуть жрет. Класс, брат. Не села. Стой, прикинь. Мы, видишь, тренировались там этот как его. Да, села. Нет. А, наеба. Он, а что меня тут не качает? Брат, это GZ. А, у тебя GZ. Здесь крутишь, понял? Он после. Он отдачка колеса. Просто рэп. Плюс фары, рэп. Плюс рэп завод. Че, фары тоже есть? Да. Шулей. Да. Какой кайф. Кайф! JZ, дай круг, сейчас поедем.
Я же выступал на нем, кто помнит? Чуть-чуть прогреется. Знаешь, что мне интересно? Чат. Мне интересно. О, крепление для телефона. Мне интересно. Охренеть. Так, давай заглушу, я чуть почищу. Макс звонит? Да. И знаешь, что говорит? На ней ездить через заправку. Все, заедем. Ну, мы заправляли, она просто очень много есть. Мы заправили полный бак, съездили в Красную Волю обратно, братан, почти бака нет. Да, хороший, брат. Пусть будет в салоне, подсветка салона, понял? Так, сейчас мне нужно тряпку. Куда мне можно поехать сейчас? Едь, я не знаю, куда хочешь. Она просто корчелыгает. Ну да, я понимаю, на какую-то площадку, понял, что посмотрю, как она вообще первая, вторая там втыкается. Брат, я даже не знаю, мы вот ездили туда, в Красную Волю. Мы один раз ездили, я же не могу ездить, я не нагибаться ничего. Да, не, ты вообще не напрягайся, брат, я все сделаю. Я сейчас найду с пацанами в чате. Ты же знаешь, как я все. Да, все четко, брат. И парень сейчас место найдем, брат. А, это знаешь, может, на дракон поедем? А, ну ты машину привезешь, это пакет. Не, я сюда привезу ее, брат. Специально. Да, я понял, для чего. Чтобы накрывать мотор. Да, я в курсе, брат. Не, привезу машину, сейчас я чуть покатаюсь, просто не знаю, куда поехать, понял? Я специально ночью выбрал, чтобы никому не мешать. Макс поменял, тут поставил большой, видишь, фильтр этот, как его, новый. Вот он. Да, мы, он поездил на том-то, что был с той бэхи, и мы купили новый. Ну, у меня завод вообще машина, он же целый. Чуть-чуть выпили, ну просто. Я ее боюсь. Да, прям, как будто гражданская машина завелась. Да, ну к GZ-у еще привыкать надо. Брат, а у тебя есть спирт? А стеклоочиститель любой. Давай. О, давай. А когда у нас первое соревнование? Ну вот, в ноябре пообщаемся. Брат, ну я не знаю, сейчас скажу, когда я приеду. Ну где-то такого, да, 12-го, может. Как повод? Октябрь? Да. В Сочи сядем, брат. Давай, решим по деньгам, там все дела, все моменты решим и... Просто нам готовить нужно. Да, ну делай что по кайфу, брат. Там тачку по кайфу, что? Тачка, в принципе, готова. Тогда тренировки нужны мне мои, брат. Я просто регламент у них спросил. Ты знаешь, что машина у них теперь? Кинфорест? Да и похер на них, они хорошие. Машину туда эвакуатором вести. Давай, брат, спасибо. Рад тебя видеть. Ну еще увидимся. Давай. Завод. Тронулся. Как будто всю жизнь ездил на таком. Надутая, понял? Ну, педаль газа такая, понял? Чуть надо настроить ее. Она как будто проваливается куда-то вниз. Можно? Oh.
почувствовал ее, да? Не, вот сейчас я ее почувствовал, братва. Не, вот сейчас она, бля... Пи***ц какая. Пи***ц какая чёрная, да? Сейчас стынет, пусть. Вах, бля***, он чё делает? Вася, ты чё здесь делаешь? Блядь, он тут лужи налил. Ладно. Опа. Ай, завидился. Встаёт, а, пацаны. 6Z это, братва. Обороты какие-то высокие. Сейчас. Выскочил. Вот здесь. Опа, опа, опа. Старшие братья, старшие братья, старшие братья. Смотри, смотри, как мы делаем. Передумал же я, шма. Ой-ой-ой. Бать, эти откуда взялись? Поняли сама? У нее этот. Она сама тормозит, у нее закусили тормоза. Прям все уже тормозит, поняли? Смотри. Сейчас вы поймете, смотрите, на нейтралку ставлю. Смотрите, вот она сейчас у меня стоит на нейтралке, поняли? Не, это нормально, подождите. Вот смотрите, я толкаю ее, смотрите. Вы поняли? А я все это время ездил на машине с тормозами, зажатыми тормозами. Типа, поэтому она не едет. Багаж снял пока что, пока тренировка. Вот видите, на этот впуск, на этот впуск. На левика. Поняли, да? Пчелы. Не, я сейчас сделаю, я сейчас починю ее, брат. Мне надо просто этот цилиндр головной открутить. Надо в этом мире, брат, человеком оставаться. Как ни крути, брат. Как ни крути, брат. Если ты в этом мире, брат, себя ведешь как ш**а, то, брат, к тебе тоже как ш**а будут вести, брат. Понимаешь это, брат? Если ты в этом жизни что-то имеешь, вот хотя бы один маленький, брат, турбин имеешь, уже хорошо. Завтра у тебя может быть того, что у тебя есть, не быть просто. И потом ты скажешь, бля, а где все мои родные, близкие? О, о, старшие братья! Красная ядрит, скобочек, прижимаемся. Отдыхаю, рау здесь. Блядь, а кто наклейки снял? Сток привели машину. На эту бичу дверь зеленый. Талант, дядьки, свои. Столько энергии оттуда, брат. Я накатался теперь. У меня хорошее настроение. А вот же она, брат, Феррари. Феррари Ламборгини. А, да, на винтик крутится, реально. Бля, номера я без номеров хорошо двигался. Надо все тоже магниты сделать. Номера хочу сделать, пацаны. Как вам номера? 01063. А, как я номера поменяю? А, да, могу же. Пацаны, когда номера меняешь, надо проходить заново техосмотр или не надо? Владелец же не меняется, нахер надо. Ничего, номера можно поменять. Торсировку сделать. Гвидо, на эти колеса. Это Феррари. Посмотри на эту резину, на этот протектор, брат. Просто новая резина, брат. Еееее. Вот отсюда нахуй протектор. Бак тоже есть, смотри. Что здесь? Дырка, да? Вы увидите эфир. Вы меня салюте, бензин, поняли?